Всем привет! Вы на канале «Готовим вместе». Давайте приготовим очень вкусный и сытный завтрак. Такой завтрак получается очень вкусный. Давайте готовить! Нам понадобится одно яйцо. Немного взбалтываем яйцо. Добавляю молоко. Молоко должно быть теплым. Немного добавляю соль. Паприку. Черный перец и мелко нарезанную морковь. Все хорошенько перемешиваю. Хочу добавить немного укропа. Укроп у меня замороженный. Все тщательно перемешиваю. Добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Добавляю муку. Мука у меня просеянная. Муку всыпаем постепенно. Тесто должно получиться приблизительно как густая сметана. Вот у меня еще жидкая. Добавляю еще немного муки. Также нам понадобится сыр. Сыр я уже натерла. Можно брать любой сыр, какой вам нравится. Вот такое тесто должно получиться. Немного наливаю масла на сковороду. И буду жарить блинчик. Хорошенько распределяю по сковороде. Как только верхняя часть схватилась, переворачиваем блин. Так жарю до готовности. Переворачиваю. Жарить буду минут 5 на ниже-среднем огне. Слегка вот так придавливаю. И снова переворачиваю. На одну половинку выкладываю сыр. И накрываю второй половинкой. Так обжариваю еще с двух сторон. Такие блины с сыром получаются очень вкусные и очень сытные. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить вкусные рецепты. Выкладываю на тарелку, смазываем сверху сливочным маслом, это по желанию, если не хотите, можно не смазывать. На мой взгляд, так блины получаются более вкуснее. Смазываю все блинчики и можно подавать к столу. Вот такие вкусные блинчики с сыром у меня получились. Всем приятного аппетита!